Всем привет из северного степного Крыма. Хочу показать вам. Сегодня 11 июня 2021 года. Цветет лох серебристый. Мы заехали специально посмотреть, отправляли посылки. С маслом полыни. Было у нас 3 заказа. Решили поехать отправить людям. И заехали сюда посмотреть, что тут у нас происходит. Ветерок поддувает, мешает пчелкам работать. Ну, а пчелки работают. Вот они. Работают на лохе. Ветер тут всегда он мешает. С подветренной стороны вот пчелки работают. Жена пока с работы пришла, в общем. Поехали, отправили посылки, но не успели. Почта уже ушла, теперь будет, по-моему, 15 числа аж отправят. То есть придется ждать. Кто заказывал масло полыни таврической, придется вам подождать. Потому что только 15 числа отправят. Там выходные, по-моему, будут. Не знаю, ну такое, да. Да, что-то жена говорила, короче, что 15-го только сказали отправят. Будет она лежать на почте до этого времени, так что, в принципе, могли и не ехать. Аромат стоит. А Зюзик тоже пьет. Дикая пчела это. В общем, у меня его вон. Смотрите, вот полностью. Вот он идет, лох. Вон туда, на ту сторону идет, вон лох полностью по над речкой. По лесополосе. Там по той лесополосе тоже много лоха стреляет. Нет. Работают пчелки, но... А вон тоже вижу, гудит пчелка. Вот пчелки работают. Берут нектар и пыльцу с него. Отличный нектаронос и пыльценос. Цветет долго. Уже часть поотцветала, часть вот еще даже не зацветала. Здесь будет доцветать, он будет цвести долго довольно-таки. Хороший, высококачественный с него. Мед пчелки носят. И глядичи уже. Сильно отцвели уже. Еще доцветают, но уже в основной своей массе отцвели. Ветерок поддувает. Ветер мешает сильно пчелам работать, конечно. Вот здесь глядище, сейчас сниму. Привет, машешь? Привет, машешь? Привет, привет, да? Сюда спряталась. Здесь глядище уже почти поотцветало. Он еще пахнет. Почти поотцветало. Где-то с северной стороны еще по лесополосам. Еще цветет. Еще подцветет она, но... Не знаю, как говорят, что она цветет там 21 день. Но у нас так она не цветет. У нас максимум дней 10-12. Вот пчелка, кстати. Вот пчелка. Пчелки крутятся, но она уже все доцветает. Может быть там... Вот лесополосы идут, там с северной стороны. Лесополос. Может быть, еще доцветает глядище. А это все лох идет, вот лох. Лох серебристый. Зараз пчелки сейчас работают. И потом на степь переключатся. Деревья доцветут, пчелки переключатся на степь. Там у меня с той стороны, с северной, хороший клочок степи, с которого таскают. Всем пока.